Добрый день. Возможно, вы слышали о социальной газификации и решили провести к себе в загородный дом газ. Соответственно, вы хотите понять, а во сколько вам обойдется все это удовольствие? Какая стоимость? Вот в этом видео я хочу вам рассказать о своих фактических затратах на газификацию моего дома площадью 75 квадратных метров и дать вам советы, как можно сэкономить, а на чем экономить не нужно и что там вам обязательно потребуется купить. Итак, давайте начнем. Видео будет подробное, так что вы можете в любой момент остановить видео, там в интернете дополнительную информацию посмотреть. Пишите обязательно вопросы мне в чате, я буду на них отвечать. Итак, значит, основная идея социальной газификации это состоит в том, что работы вне участка вам делают бесплатно. Ну, в моем случае там провели трубу 50 метров. Вот. На самом деле, по срокам сразу вас сориентирую, это занимает, в моем случае, 13 месяцев от момента подачи заявки в декабре 2021 года до пуска газа в январе 2023 года. Дальше работы внутри участка. Здесь заключается договор, то есть вам, что приходит, меряют расстояние от границы участка, предполагаемое место, где у вас будет входить газопровод, до вашего дома, в данном случае получилось 14 метров, плюс трубопровод внутри дома. И дальше, в зависимости от количества подключаемых устройств, включая обязательное в виде счетчиков, клапанов. Вот здесь они уже на фотографии изображены фактически. И на самом деле весь этот расчет, его можно сделать на сайте Мособлгаза для вашего случая. И здесь у меня по минимуму именно только работы, то есть без поставки оборудования. Только работы, включая материалы, необходимые для этих работ, например, трубы, какие-то элементарные соединительные элементы. Вот. И все работы, копка траншей сюда входит. Но вам детализацию эту не предоставят, да? Детальный расчет, что на что ушло, потому что все это разделают по постановлению правительства какого-то там 2020-2021 года. И вы узнаете только вот общую цифру. Дальше вы оплачиваете 50% в течение там, 2 недель. И после подписания акта пуска газа оставшиеся 50%. В моем случае там по факту оказалась труба чуть длиннее на 1 метр, но вроде мне ничего не пересчитывали. Вот. И обращаю внимание, вот в этой колонке у меня здесь рассчитаны проценты, которые составили от общей суммы расходов на все вот это газовое оборудование, на все вот эти все пункты, которые мы подробно с вами здесь посмотрим. 22% всего лишь работы Мособлгаза. Дальше, собственно, я купил котел 24 киловатта с запасом, потому что мне нужно было прогревать дом, потому что я буду приезжать на выходные. В принципе, в отдельных видео можете посмотреть, какой мощности, и, соответственно, здесь вы можете сэкономить на котле, да, подобрав оптимальную мощность именно для вашего дома. Дальше я купил 5 радиаторов. И здесь основной совет, на чем можно сэкономить. В принципе, нет особой необходимости, в моем случае, в биметаллических радиаторах. Они оказались достаточно высокие, и под мои низкие подоконники не очень хорошо входили, поэтому 60-сантиметровые по высоте. И поэтому я купил часть радиаторов поменьше, подешевле. Соответственно, я даже взял, ну, для сравнения, допустим, новый радиатор там брал за 9000 один, а другой радиатор, у которого были там маленькие царапинки, сколы, он уже был по распродаже и продавался там за 6 тысяч. Обращаем внимание, что радиаторы могут быть тяжелыми, поэтому для больших
радиаторов, которые там 1,5 метра и больше, лучше оплатить доставку. Вот эти 5 радиаторов, которые дешевле, это обычные металлические, а подороже это биметаллические. Но я брал крупные радиаторы, чтобы сэкономить на фитингах, да, то есть не по 2, там, допустим, радиатора ставить в комнату, а по одному, да, у окна, прямо на всю ширину окна, а не в пол ширины окна. Ну, впрочем, это отдельное видео на эту тему есть. Обращаю внимание, что для пуска газа требуется как минимум один радиатор. То есть, в принципе, вы можете их докупить потом. Но здесь я вот показываю все затраты. И все здесь по ценам 2022 года, когда уже, в принципе, металл подорожал. Дальше я купил, извините, трубу 20-ю Rehouse Stable, но потом понял, что здесь я сильно переплатил за 17 метров, за 37 метров трубы, за 17 тысяч купил, потом еще 50 метров трубы с теплоизоляцией за 3000 рублей, причем эта труба была производства 2008 года, какого-то докризисного. Вот, соответственно, здесь, извините, 23 тысячи на трубу, здесь можно было существенно сэкономить. Дальше я вызвал мастера для монтажа котла, одного, ну, двух коллекторов и радиатора, чтобы сделать какую-то минимальную такую систему и наполнить ее теплоносителем. Все мне это обошлось с учетом даже комиссии сервиса там ЮДУ 10%, 11% в 16 500. А вот результат работы, вот здесь вот на видео виден вот этих работ. Значит, в принципе, это можно сделать самому. Я немножко, может быть, поспешил, не был уверен в своих силах, у меня не было такого навыка, но, в принципе, с учетом, ну, фактических сроков, которые у нас есть, это можно в очень спокойном режиме делать самостоятельно. Вот, потому что после подачи заявки на газ очень много у вас будет времени, вы встанете в конец очереди. Значит, ну, в общем, решайте, нужны вам эти расходы или нет на работу мастера. Там работа реально, ну, на один день, да, вот по тем работам, которые я перечислил. Дальше вам обязательно потребуется коаксиальный дымоход. Вот здесь он мне нарисован. Ну, типичная ситуация, когда ставится именно настельный такой турбированный котел, там все в одном. Очень удобно. Значит, и, соответственно, под него здесь основная проблема. Нужно вам дырку в стене делать, и диаметром получается сантиметров там 11. Это сложно сделать какой-то коронкой, то есть это нужно какой-то бензопилой, в моем случае бревенчатый дом. Дальше все это кладется на асбестовую плиту, она продается в Леруа Мерлене, и ее нужно покрыть листом стали. Сверху котла он должен выступать на 70 сантиметров, по бокам на 10 и снизу там, по-моему, тоже на 10. И должна быть соблюдаться определенная высота до потолка. Вот так это выглядит на фото. И, соответственно, здесь вы видите затраты, могу даже их не озвучивать. В моем случае я наполнил систему теплоносителем этиленгликолем, потому что я буду приезжать на дачу только на выходных, и я не хочу, чтобы котел замерзал. И я купил на Авито, рекомендуемый производителем, дорогой, там, а-ля немецкий теплоноситель за 7 тысяч, но на Авито там за полцены получается 7 тысяч. Ну, потом я уже к нему докупил более простой, там, в несколько раз дешевле. Но здесь вначале решил не экономить, плюс, естественно, дистиллированная вода там сравнительно дешево. Обращаю внимание, что потребуется вам опрессовочный насос. Если вы именно таким теплоносителем будете заполнять, а не из водопровода нагонять воду, то купите насосик, он может быть даже без манометра, потому что на каких котлах есть манометр, и вы увидите. Вот. Он мне, кстати, потек, этот насос. Коллектор в количестве 2 штук. Давайте я здесь пролистаю, и вы увидите, вот он на рисунке, коллектор. В данном случае на 3 вывода.
Он, соответственно, требуется с красненькими экранчиками такими на горячую и на обратную тоже три у нас входа. Дальше, в принципе, можно к нему еще подсоединять, если у вас будет система увеличиваться. В продаже, естественно, имеется в виду разные модели. В моем случае это мне вот обошлось в 5000 за этот коллектор, и к нему еще потребуется крепление для этого коллектора. Важная деталь, если у вас нестандартная стена, то стандартные крепления котла вам не подойдут, и вам нужно будет купить шурупы с костылем длинные, для того, чтобы у вас нормально в дереве висел, крепился этот котел. И, естественно, монтажная пена для всего этого хозяйства. При этом, почему я еще вызвал мастера, потому что для на вот этих надвижных фитингов требуется специальный инструмент, он стоит минимум там 11 тысяч, а на самом деле и больше, там полный комплект там 1023 стоит, если оригинальные брать. Надвижные инструменты и расширительные, да, то есть труба расширяется, в нее вставляется гильза и вставляется вот этот фитинг и натягивается гильза. Это такой более надежный вариант, более дорогой. Здесь я решил так сделать, а в других местах, около радиаторов в основном, я воспользовался затяжными соединениями. Они более дешевыми, там требуется просто разводной ключ. И вот именно из-за того, что нужен специальный инструмент, я как раз и вызвал мастера для этих натяжки этих гильз. То есть, цена работы мастера сопоставима с стоимостью этого оборудования или аренды оборудования. Соответственно, потребовались евроконусные вот эти фитинги в определенном количестве и гильзы к ним, да, ну, так, тройники. Причем важно, что здесь это нужно брать с небольшим запасом на случай, если что-то там пойдет не по плану, случайно сломано будет, неправильно подсоединено, и требуется это будет разрезать, потому что это, как правило, одноразово используется, их нельзя, если неправильно что-то подключили, то нужно будет. Поэтому возьмите еще проходные фитинги на всякий случай и с запасом все небольшим берите. Дальше вы видите вот здесь вот тройники ниже на фото. Вот прямо под котлом. И вот к этому тройнику подсоединен кранчик для залива теплоносителя. А здесь методически не совсем правильно установлен косой фильтр. И здесь также установлены на фото не видно два крана. Их можно перекрыть и при необходимости снять котел, допустим, отвести в ремонт. Значит, переходники, соответственно, на евроконус могут потребоваться с плоского соединения. Ниппели, как я уже сказал, косой фильтр. Возможно, для некоторых работ трубный ключ. У меня трубного не было, был разводной, но купил трубный, чтобы некоторые трубы плохо старые, ржавые отворачиваются. Потому что у меня там было старое отопление, и я его демонтировал. На период, чтобы дети случайно не открыли эти краны и все не затопило, здесь можно поставить заглушки. И также, может быть, на какую-то старую систему. И вот здесь вот можно ставить, ну, дополнительные затраты. Потребуется вам, значит, один или несколько видов уплотнителей. Это фумлента, гель уплотнительный, не все о нем знают, да, то есть тоже такое интересное средство. И подмотка. Я использовал практически все три. Потребуются так называемые углы, уголки, потому что, допустим, у вас труба будет выходить. Вот в данном случае здесь уголки не требуются, здесь плавный изгиб трубы. А для экономии места при подводе к радиаторам, для красоты, есть уголки, и вертикально выходит из пола труба, и дальше она с помощью уголка горизонтально подходит к радиатору. И вот эти вот все уголки используются. Соответственно, можно либо поставить кран прямой и к нему уголок, либо сразу купить угловой кран. Это вам такой совет. Дальше, для того, чтобы трубу делать идеальное круглое на ней отверстие, нужен вам калибратор специально для металлопластиковых труб.
Дальше трубы все эти нужно куда-то крепить, к стене, там, в моем случае, к полу подвала. Ну, несколько десятков таких креплений нужно купить. Хотя, в принципе, она не тяжелая, там нормально она там держится. Для самостоятельного монтажа вам потребуются ножницы, труборез. И я заплатил еще мастеру за то, что он старые радиаторы мне демонтировал. Там часть демонтировал я, а часть он там спилил быстро. Ну, дальше либо с самостоятельной ножовкой можно где-то отпилить. Бывает, просто прикипают трубы и сложно их демонтировать. И плюс я еще сделал дыру для вентиляции. Ну, на самом деле лишние расходы не обязательны. Потом никто на нее не смотрел. В процессе этого сверления всех этих отверстий износилась сильно цепь на электробензопиле, пришлось ее заменить. В некоторых радиаторы, особенно эти самые биметаллические, они продаются без кронштейнов. Поэтому вам нужно купить эти кронштейны, обращая внимание, что там может быть далеко, для больших радиаторов не два, а там даже может быть их 5-6. Краны и вентили, да, то есть краны у нас плавно не регулируют, а вентили регулируют плавно. Рекомендуется на каждый радиатор ставить как на входе, так и на выходе. Но я где-то экономил и на выходе не поставил. Дальше кран Маевского, с противоположного места от входа сверху в радиатор ставится для спуска воздуха. Они недорогие, иногда в комплекте идут. И очень интересные, не экономьте на этом, я купил краны с термоголовками. Но 5 кранов сравнительно недорого мне обошлись, потому что я их заказал на Авито, потому что люди, бывает, покупают, а им не подходит там по размеру, по сочетанию различных параметров. Поэтому там можно дешево купить на Авито это все. Здесь вот мне это все обошлось. Дальше. Вам обязательно потребуется акт о заземлении. Причем практика показывает, что никто не проверяет наличие самого заземления, достаточно купить акт. Там можно на Авито, где-то еще там продают их. Ну, либо вы реально там все это делаете, и вам это все в нехилую сумму обходится. Я начал все это делать самостоятельно, сделал провод заземления за 1500 и подсоединил его к металлическим опорам. Но пока я все, ну, как бы еще не замерял, чтобы там сопротивление меньше 10 Ом. Ну, провод толстый 6 миллиметров. Ну и всякие там токопроводящие пасты, зажимы для того, чтобы все это хорошие были контакты. Дальше обязательно акт о дымоходах и вент-каналах. Акт обследования этих всех устройств. Ну, в данном случае часто бывают в проектах избыточные требования, например, там дымоход утепленный диаметром 18 сантиметров, вертикальный там практически до конька крыши, то есть там метров там 4-5 он может занимать. Вот, то есть это все навязывают и вам там рекомендуют, дают телефончики каких-то контор, которые все это делают. Тоже, в принципе, это не обязательно, для части случаев это не обязательно. Вот. Вам очень важный момент, вам потребуется делать дырку для дымоходов, всяких для труб, точнее газовых, самостоятельно. Газовщики не сверлят эти дырки. Поэтому я прямо в день их прихода и проводки труб сверлил 20-сантиметровое бревно вот этим пировым сверлом. То есть это такая, и даже у меня держатель сверла заклинило от этой работы, то есть такая, и руки потом тряслись. Тяжелая работа, заранее приобретите 6-сантиметровое сверло. И для каких-то там проводов вам потребуется меньшее сверло, тоже их купите. Обязательно требуются договоры об обслуживании, обычная цена там 5000 где-то в год, но я купил сразу на 3 года за 9000. ВДГО, так называемое. Ну, сейчас куча организаций его делают, дистанционно оформляют. Я распечатал все это на цветном принтере, там как бы даже без оригинала в печати все нормально это прокатывает. Но там есть, как из поверки счетчиков, некая база, в которой это все проверяется. Поэтому здесь, к сожалению, эти расходы в дальнейшем у вас будут примерно 5000 в год.
В моем проекте, так как там был газовый котел, а не просто плита, да, потребовались еще датчики углекислого газа и угарного газа, CO2H. Здесь я их купил на Авито, бэушные по 1000, а так они за комплект датчиков где-то от 6-7 тысяч рублей стоят. Клапан-отсекатель купил, можно сэкономить у производителя за где-то 2400, тут я чуть дороже купил. Он ставится сразу на ход и подключается к этим датчикам, и если утечка идет, то он как бы закрывается. Вот, тоже его и требуется не забыть его включить в договор на техническое обслуживание, обслуживание этих клапанов-отсекателей. Косой фильтр потребуется на газовую трубу. Почему-то они в дефиците в газовой службе оказались. Заранее купите, иначе у вас монтаж сорвется. Стоит он недорого, но они в дефиците. Кстати, можно, не обязательно, чтобы он был написан, что он для газа. Любой подходит, даже для воды. Именно косой фильтр. Это маркетинговая в данном случае уловка, что он для газа. Рекомендуется купить источник бесперебойного питания, если у вас есть скачки напряжения, чтобы котел не вырубало при кратковременных отключениях. Ну и если вы там озабочены, можете, конечно, там всякие генераторы и так далее купить. Ну и мелкие расходы типа вилки, розетки. В последний этап можете подключать подводку гибкую, когда уже расстояние более-менее понятно, какой длины, чтобы лишнее не болталось. Счетчик без GSM я купил, с GSM стоит раза в 3 дороже. Можете заранее написать заявление, что, дескать, у вас там ловит плохо в вашей деревне сотовая связь, поэтому просите без GSM, и вам согласуют такой счетчик и включат его проект, именно что нет GSM. Это очень важно. Потому что если будет GSM, если вы не заплатите, то у вас удаленно просто отключен газ. Но могут потребоваться дополнительно адаптеры для счетчика, которые под приварку. Они там продаются за несколько сот рублей. Тоже заранее их, пожалуйста, купите. Они в дефиците почему-то. Ну и дальше приятные уже расходы. Когда вам все поставят, вы все это кистью и красочкой самостоятельно покрасите. В моем случае я сразу не покрасил, и там вот эти трубы металлические какие-то ставят дешевые, они сразу начинают ржаветь. Поэтому прям вот как только вам поставили, хотя бы одним слоем погоду без дождя и снега быстренько прокрасьте там хотя бы, чтобы они не начали ржаветь. И дальше идет обязательно диэлектрическая вставка, а лучше две, чтобы у нас не было электро, всякая молния не ударила в котел, и чтобы не разряжалась, например, батарейка в этом самом счетчике. Вот, то есть рекомендуется для безопасности. Вот, соответственно, я в данном случае сэкономил на штырях заземления, возможно, они вам потребуются, как я уже говорил, я сэкономил на вентиляции. У меня был, в принципе, в наличии перфоратор, была бензопила, электропила, какие-то элементарные там отвертки, разводные ключи, это все было, ну, как правило, в хозяйстве есть. И старые батареи я сдал на металлолом. Ну и мне еще предстоят расходы на отделочные материалы, ну, можно сказать, условно, там бесплатно это вывоз мусора. Вот, то есть после этого, как правило, там такой небольшой бардак получается, нужно все красиво, все это оформлять. Особенно если как бы вы это ставите уже там, где был ремонт какой-то, да, это все немножко требует подновления. Вот, соответственно, здесь как бы экономия каких-то, может быть, шкафах, где это все спрятано и так далее. Счетчик в данном случае внутри дома. Вот, кстати, значит, здесь я не включил в явном виде какие-то излишки материалов. Ну, то есть у меня на несколько тысяч еще лежит каких-то какой-то мелочевки. Я постараюсь ее на Авито тоже продать или где-то, может быть, использовать для других целей. Вот, система, в принципе, расширяем, и здесь немножко расходы увеличены, да, то есть не самый минимальный, но реально там никто котел не покупает там на один радиатор, поэтому здесь какой-то такой минимум в этом смысле уже сюда включен. Хотя это напрямую к газоснабжению не относится, да, это может быть у вас есть, если был у вас электрокотел, и вы меняете на газовый котел, то, естественно, у вас расходы будут на вот эти все радиаторы и связанные с ними фитингами, они уменьшатся.
Итого суммарная сумма у нас получилась 200, почти 75 тысяч. И здесь я еще добавил расходы на там, бензин, потому что куда-то ездил. В некоторых случаях забирал вещи из магазинов. Спасибо большое за внимание. Обязательно пишите вопросы, ставьте лайки. Если я что-то забыл, пишите, да, какие расходы, может быть, я забыл здесь указать. Никаких там, я не знаю, взяток здесь в данном случае никаких не было таких вот расходов. Спасибо большое еще раз за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь.